Друзья, посмотрите, какая у меня есть коллекция Лола. И домик для них. И сейчас я буду играть. Ой-ой-ой, сейчас ко мне должны прийти друзья. Надо им что-то прикупить. Вот я уже купила торты. Пойду я домой. Привет. Привет. Я к тебе в гости с коктейлем пришла. Эй, чтоб нам попить. Хорошо, заходи. Я иду в гости. Привет. А я к тебе в гости пришла. Хорошо, заходи. А я несу много вкусненького для своих друзей. Принесла вкусненького. Я к тебе в гости. Хорошо, заходи. И я принесу друзьям коктейли. Наверное, они меня ждут. Приветик. Я к тебе в гости пришла с коктейльчиком. Хорошо, заходи. А я иду в гости. Не бойся, она не кусается. Ну хорошо, заходи. Ну, наверное, уже все гости собрались. Будем начинать вечеринку. Смотри, подружка, кажется, дождик начинается. Вот какая туча. Давай закроем дверь. О, какой дождик начался. О, как я намокла! О, как я замерзла! Привет, ты кто? Я шла под дождиком и очень замерзла. Пустите меня домой. Хорошо, заходи к нам, согреем тебя чаем. Спасибо. Я боюсь собачки. Может мне спрятаться в домик? Привет, я намокла под дождем, и я хотела бы к вам зайти согреться. Итак, друзья, мы собрались и начинаем вечеринку. Друзья, я приготовила вам много вкусного. Это коктейли, пироженки, тортик и молочко. Угощайтесь. Вам весело? Да! Ты согрелась? Да. Тебе тепло? Конечно. А вам, ребятки, весело? Я уже наелась и напилась. Можно я пойду прилягу? Конечно. Там есть подушка и одеялка. Спасибо. Ребятки, вы уже все наелись и напились. Пойду отдыхать. Если вам понравилась вечеринка Лол, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал Эллен Стар и нажать на колокольчик. Всех люблю и всем пока!